В Украине стартовала вступительная кампания вуза. В Одесской академии, Международном гуманитарном университете работают консультационные центры бесплатной помощи в создании электронных кабинетов и предоставлении всей необходимой для поступления информации. Центры появились по инициативе президента университета Сергея Кивалова. В этой вступительной кампании упрощена система подачи документов. Она происходит через электронный кабинет. По датам, по срокам это начало с 10 июля. И окончание, последний день у нас будет 23 июля, не позже 6 часов. То есть у всех абитуриентов будет такая возможность. Опять же, мы ждем всех абитуриентов, у кого вдруг нет возможности интернета, компьютера, мы ждем в стенах Национального университета, и мы готовы оказать всяческую помощь при подаче документов. В этом году в Юракадемии впервые проводится набор на специальности кибербезопасность и инженерия программного обеспечения. Также остаются актуальными специальности политология, социология, психология и журналистика. Юридические дисциплины в университете уже более 10 лет читаются не только на государственном, но и на английском, французском, немецком и других языках. Каждый абитуриент может найти здесь свое призвание. Сам вуз, профессорско-преподавательский состав, материально-техническая база достойны высших оценок, причем по мнению и иностранных гостей. Интересная профессия юриста, именно международного юриста, потому что для меня в школе, наверное, это был любимый предмет права. У меня есть очень много друзей, которые тут учились и учатся до сих пор. И они мне тоже говорили, что дают хорошие знания. Я приехал в Одессу поступать в юридическую академию на факультет хозяйственной и гражданской юстиции. Вот. Я думаю, что сделал правильный выбор, так как я прирожденный юрист. Вот, и здесь очень комфортно, и мне тут очень нравится. Хорошее образование, что в дальнейшем я смогу получить хорошую профессию, и мне достаточно будут большие перспективы. Поэтому я выбрала Юракадемию.